вот этот вот старичок, даже не назвать его старичком, скорее пенсионер, я его увидела на остановке. Еду в автобусе, просто так смотрю в окно, смотрю, стоит такой бравый, мороз, и куртка расстегнута. Я поразилась, ну как-то он мне запал в душу, думаю, надо сделать. Ассоциация о нашем детстве, о Советском Союзе. Ну, Советский Союз был когда-то. Вот мы там жили. У меня прабабушка точно такая же была, или бабушка. И вот этот комод был у моей подруги, у которой была пожилая мама. Он отражает эпоху. Они для меня живые. Ну и получается, и люди смотрят тоже, вспоминают своих, и пишут. Вот совсем недавно на днях девушка написала: «Завтра пойду к своей бабушке». Ну, приятно.